Перестал ГОСТ на тонировку действовать. ГОСТ на тонировку уже не действует. Сейчас ГОСТ таможенного союза. Вернее, даже не ГОСТ, а сейчас другой закон. Отменили этот ГОСТ за тонировку. Он сейчас не действует больше. Вы знаете, что вот это вот, это алкогольная продукция или нет? Нет. Нет. Это пить. Нельзя. Можно? Почему? А что можно? Можно в этом городе. Можно даже алкогольную пить. Да, я хочу сфотографировать. Там нечитаемая цифра. Он показал одну цифру, как другая. Двое понятых были? Понятых, да, были. Были? Поверка есть? Поверка и... А, сертификат. Ну, что на прибор, что тут написано? А? Вот что это? Какие тут номера? Что-то нечитаемое. Ну да, не можно сфоткать? И потом, если что, телефонами обменяемся. Да, конечно. Фотоаппарат. Видно? Фотограф? Ну я не знаю, спроси. Ну, ты что, ничего не видно, не могу разобрать. Нет. Ничего. Да и я не могу разобрать ничего. Подойди, я вижу за ним. 2010 года. А до какого он действует? Инвентарный номер есть, а сам номер прибора... Ну да, не читается ничего, я же говорю. Сейчас службу доверия звоню, не берут трубку. Ну, если у тебя разногласия, ты можешь... Я напишу в протоколе сейчас. Привет. Что случилось? Да ничего, за пленку наказать хотят. Да ладно, за какую пленку? Где пленка? Там что есть, что нет, слабенькая. Отобить меня. Антоха, не признавайся. Это тебе протокол или постановление пишет? Я говорю, пусть протокол пишет, постановление не надо. Нарушение пункт 7.3 перечня неисправностей. Дальше, гражданка Лесных Раиса Васильевна управляла транспортным средством на передней бортовой стороне. Почему? Убери от этого дальше. Да, нормально все. Ограничивающая обзорность с места водителя. Светопропускаемость. Да ничего такого плохого не знаю. Неправильно. Ну не важно. Важно очень. Ты нахрена пацана загоняешь? Тоник. Никто его не загоняет. Я тебе говорю, что ты загоняешь. Бери свой фотик, отойди подальше. 12, тебя понятым вызвали. Тебя вот попросили расписаться. Да? Чем температуру мерить? Рота ДПС. Рота ДПС сведения дает. Влажность 57%, давление 742. Ответственность за данное нарушение. Статья 12.5, часть 3, прим. 1. Ясно. Это понятые, которые присутствовали при составлении и при замере. Значит, 51 статья, объясняю. Это за то, что вы можете не расписываться, не свидетельствовать. Можете вообще ничего не делать. Ясно. Объяснил? Ну, ее надо было до опроса объяснить. Что надо? Вы молодой человек, не мешайте, пожалуйста. Я не мешаю, я корректирую. Тогда, пожалуйста, и не мешайте. Так, за 51-ю...
Ну, можете ничего не говорить. Сейчас, да? сейчас я поговорю. Ну, буду помогать. Здравствуйте. Здравствуйте. А мы здесь проживаем. Остановили вот ребята ваши здесь. И тонировочку хотят проверить. Спросили у них правила, как они все проверяют. А мы что-то говорить не знаем. Не предоставят. Правила как они. Правила можно это увидеть? Пусть он замерит по правилам. Как оно должно быть. Что а что, нету что правил? Вам интересно? Правила, чтобы правила замера... Замера? Вы да, зачем? Вот то, что вы нарушаете. Конкретно? Что вы хотите конкретно? Мы хотим узнать, как правило. Да, он предоставил прибор. Там нечитаемые номера на приборе. Ну, вот у него на приборе. Проверить. Ну, пойдемте глянем. Все предчитаемо. Читаемо? Ну, у вас есть административное нарушение, которое вас привлекли. Правильно? Нет. Так, у вас пока нет, а у вас пленка? Нет, есть пленка или нет? Пленки, да нет, вроде ничего нет. А пленка не есть какую-нибудь? Нет. Да, вы так думаете? Да, машину так купил, как все было. Ничего там нет. Ведь прибор есть? Можно посмотреть? Нет, это он, но он не за рулем. А не за рулем? Нет. Все правда. Вот, девочка. Ну, говорит, что... Некогда, да? Протокол написали. Дело в том, что там не только протокол. Если вы считаете, что неправомерные действия, встретимся в суде, но не вопрос. Ну а что теперь? Там дело в том, что вас все равно растонируют, уважаемый водитель. Так если бы это на будущее вам говорю, не положено. Правильно. У нас есть интернет, книги, правила дорожного движения. Не, ну вот вам инспектор предоставил, что это, а вам показалось. Он ничего не предоставлял. Знаете, в смысле, вам не предоставлялась поверка? Правила замера. Нет, поверка да. А правила я вам замера. Показал прибор, поверку, все я вам показал. Правила кажется, замера. Надо креститься. И все было в присутствии. А, товарищ майор, можно? Фотографировали машину. Да. Все, правила замера. Протокол написали. Вопрос. Товарищ майор, можно на секундочку вас? Одну маленькую секундочку. Вот смотрите, человек вот сейчас отказывается от постановления, но ему все равно выносит постановление. Но вынесли. А почему все такое происходит? Да потому что он нарушает ПДД. Не положено тонировать. Вот раз тонирована машина. Он имеет право отказ от постановления винности по ходатайству. Протокол. Он не подписал? Нет. Протокол. Постановление не подписано, протокол подписан частично. Ну и все. Постановление прилагается. Почему ваши сотрудники делают это? Не да могу потому понять. Что согласно так положено. Так не положено. Постановление он не захотел. Смотрите, нет, я его подкладываю к протоколу постановления, подкладываю вместе с фотографией прилаживаем. Вместе с требованием и туда все принимал решение начальник ГАИ. А как у вас фамилия? Моя фамилия Пронченко. Я исполняю обязанности командира взвода города Армания. Пронченко Александр Владимирович. Должность, извините, еще раз. Исполняю обязанности командира взвода. По смене сейчас, да? По смене или протер просто тряпочкой. По городу, понял. А где правила есть? Можно давайте почитать правила? То есть, у меня просто один вопрос. Вы считаете, что это правильно? Правильно. Писать постановление в случае отказа с нарушением? Я вам еще раз говорю. Он нарушает ПДД. Машина сфотографирована, это все приложится. Правильно, если вы неправильно, кого можно да почитайте сами. Мы не учителя, чтобы вам учить. Тогда у меня нет больше вопросов, если так. А если замер объяснять? Неправильно проведен, то что? Все правильно у вас. Все правильно? Нормально. Это ответственно. Вы дождались командира? Убирайте автомобиль, либо будет протокол. Вас никуда не понятно.